Поговорка «пьяным море по колено» подтвердилась на примере двух ярославцев. Вчера около 9 вечера подвыпившие мужчины решили переплыть Волгу. Сил они, конечно, не рассчитали. Авантюра могла закончиться двойной трагедией. Горе пловцов заметили спасатели и доставили на берег. После этого мужчин передали полицейским. В их компании пловцы быстро протрезвели. А вот купание для десантников отменяется в пятницу. В день ВДВ все фонтаны работать перестанут. Об этом наши телекомпании сегодня сообщили в департаменте городского хозяйства Ярославской мэрии. Свой профессиональный праздник десантники, как правило, отмечают очень активно. Но в этом году им придется миновать фонтаны, так как воду из них сольют. Официальная версия – профилактические работы. Правда, такой шаг вряд ли остановит гуляющих. К водным процедурам они смогут перейти в Волге или к отрасли.